Таких продвинутых, сообразительных подростков будут с распростертыми объятиями ждать в Тюменском государственном университете. На выходных там прошел день открытых дверей. Абитуриенты узнали о возможных направлениях и форматах обучения, пообщались с представителями институтов и задали интересующие вопросы. Мои коллеги расскажут подробнее. Илья с детства увлекался гаджетами. Сам чинил свой первый компьютер, осваивал программы, изучал теорию, а сейчас планирует получить профессию, связанную с IT-технологиями. Для меня как бы интересно это программист, также мне интересно 3D-дизайнер или там гейм-дизайнер. Это университет международного класса, и он как открывает много возможностей. Ты можешь учиться также не только в России после него пойти, ты можешь также и за рубеж куда-то пойти. Есть образование на английском языке полностью. То есть большой простор открывается. Современный формат дня открытых дверей позволил будущим первокурсникам пообщаться с представителями институтов и действующими студентами. Разнообразие интерактивных зон – доказательство того, что Тюменский госуниверситет шагает в ногу со временем. Абитуриенты убедились, здесь они точно получат качественное образование. Индивидуальная траектория обучения позволит студентам освоить не одну профессию. Например, программист параллельно может изучать юриспруденцию, журналист – психологию, биолог – социологию. На выбор больше 30 компетенций. Дети, которые сюда пришли и которые поступят в Тюменский госуниверситет, смогут подобрать именно под себя траекторию развития, ту, которая им больше нравится. А в этом как раз залог успеха человека. Мы должны уметь себя быстро сориентировать в новом пространстве. Мы должны уметь переквалифицироваться. А для этого просто надо развивать главные свои компетенции. И, соответственно, вы всегда будете востребованы на рынке труда. Крупнейшие компании области, партнеры университета обеспечивают ребят стажировками и практиками. Так, еще будучи студентом, можно определиться с будущим местом работы.